присядьте, пожалуйста. Ну, представьте, пожалуйста, ваши документы. Жетон. 3 0 365 МКМ. Полиция, мода. Сержант полиции Ткач Денис Михайлович Кончев. А, Ткач. Говорится, да. Есть основания полагать, что она находится в розыске. У вас есть основания, если полагаете, да? Какой ориентировка есть? Покажите мне ориентировку. Фото с фотографиями, которые требуют моей свободы. 356 ориентировка. Которые трогают мою свободу. Мне покажите. Я имею право ознакомиться. Я говорю, 356. Пресс-служба МВД, звоните, узнавайте, что за ориентировка. Покажите, я ничего вам не должен. Вы как узнали, что я подхожу? Вы меня подхожу, так вы узнали. Есть ориентировки. Какой? У вас есть среднее телосложение, рост такой. Знаете, у вас как минимум, блин, 20-30 день ориентировки будет. Как вы знали, именно я подхожу? Вот это интересно просто. Именно я просто, я тем более маски все ходят. Потому что была ориентировка, что я потерялся. Не, вот, скажите мне, пожалуйста. Скажите мне, пожалуйста. Сейчас очень много кто ходит из дома, молодых людей. Я очень много. Нет, я знаю. Я имею право ознакомиться. Это мое право, гражданское право мое. Я имею право, правильно? Вот. Мне просто скажите. Темный цвет волос. Темный цвет. Как вы знали, вот нет. У вас есть ряд фото есть. Доказательства есть, которые я подхожу. Знаете, у сколько человек темные волосы, блядь, не факт. Вы всех не проверяете, как у меня остановили. Интересно. Давайте прочитаем, вот если так, если у меня МВД так есть, если вот, читал, что? Ну, скорее всего. Нас этого обучают. Ну? Ну, объясните мне. Я забегу. Это ваша личная информация. Это для Ютуба, я снимаю. Если вы выложите интернет, пожалуйста. Я запрещаю выкладывать интернет. Вы не сможете запрещать. Я запрещаю выкладывать интернет. Ваши действия? Вы снимать-то снимаете. Вы для личного пользы. Права. Не имеете я права. Я вам запрещаю. Вы не сможете не запрещать. Это мое право. Это ваше право хранить его у себя в качестве вещественного доказательства. Это мое право. В суде или где-то. А куда-то выкладывать, я вам запрещаю. Вы не имеете права не запрещать. Имею право, я запрещаю. Я задержан в данный момент. Я задержан в данный момент. Я задержан. Нет, просто скажите мне, пожалуйста, задержан я. И все, мне скажите все. Сейчас вы не задержите. Ну, до свидания, так, если меня не задержите.